Всем привет! На доставке у нас сегодня такая интересная моделька. Прицеп размерами 6 длиной, 2,20 шириной и высота 1,70 м по тенту. Моделька с аэродинамическим скосом. Моделька с тормозами. Сцепная головка у нас Алка. Нагрузкой 2,7 тонны. Вот здесь у нас указано. А моделька оснащена двумя запасными колесами. Все это дело с кронштейнами. Тут у нас мощное усиленное дышло. Дышло съемное, кстати, при желании можно его снять. А моделька крашеная, порошковый покрас. Рама, как всегда, усиленная, с продольными усилениями. А трехосная моделька у нас на 13-х колесах. Да, даже у нас, смотрите, даже у нас резина марки Барс фирменная. Три оси моделька. Задняя часть у нас все так же неизменно. Швеллер, оптика светодиодная, дополнительные рожки. По каркасу контур, периметр весь каркаса выполнен из трубы 40 на 40. Промежуточное наполнение 40-20 и 20-20. Вот такая вот усиленная крыша, каркас крыши, учащенная обрешетка, передняя часть. А на днище у нас лежит фанера влагостойкая толщиной 18 мм. Тоже мощная, усиленная. По периметру тент закреплен у нас через кольца, тросом, то есть без шнуровок. Ничего нигде не слетит, все четко. Тент практически как барабан у нас натянут. Такая моделька. Приезжайте, заказывайте. Легковые прицепы Барс, город Уфа. А, кстати, по цене уточните у менеджеров. Номера будут в закрепе. Конкретно вашу заявку под ваши нужды, под ваш вес менеджеры просчитают и уже окончательную цену с вами согласуют. Звоните, обращайтесь. Легковые прицепы Барс, город Уфа.